18 мая в Большом зале музыкального колледжа состоится большой концерт. Это польско-украинский проект, в котором принимает участие очень известный национальный камерный оркестр города Киева. В этом оркестре очень известные в Европе, в мире музыканты. И довольно часто они выступают в странах Европы на лучших сценах концертных. Этот проект был создан и украинскими, и польскими музыкантами. И в качестве дирижера приезжает к нам известный польский дирижер Роман Рівакович. Почему выбран именно Кривой Рог? Потому что мы довольно давно сотрудничаем с этим известным камерным оркестром, который неоднократно приезжал к нам. И вот в рамках этого польско-украинского проекта «Музыкальные диалоги» музыканты еще раз посетят наш город. Мы приглашаем всех, кто неравнодушен к классической музыке.